Кинокомпания 21 век Fox при поддержке СОЖ номер 5 представляет. Александр Грин. Алые паруса. Повесть рассказывает историю о девочке по имени Золушка, которая потеряла своего отца, когда ей было всего 10 лет. Золушка жила со своей мачехой и ее дочерьми. После того, как Золушка сходила на бал к принцу, она упала в воду, где встретила 7 гномов, которые сделали ее русалочкой. Стоп! Что ты несешь? Для начала здравствуй, Данил. Что тебя смутило? Ты смеешься? Или действительно перепутал историю Ассоль с диснеевскими принцессами? Да вроде нет. Именно так мне рассказал историю мой давний друг лет 55 тому назад. Рассказывал он лет 55 назад. Рассказать и я могу. А ты сам-то читал? Нет, я не читал. Эх ты! Ну ничего. Присаживайся поудобнее и слушай. Сейчас я тебе все расскажу. А ты, режиссер, перемотай, пожалуйста, на заставку. Алые паруса. Алые паруса – это повесть, которая была написана Александром Грином о всепобеждающей возвышенной мечте, о том, что каждый может сделать для близкого чудо. Написана в 1916-1922 годах. Теперь поконкретнее о сюжете. Повесть рассказывает историю о девочке Ассоль, которая потеряла свою мать, когда ей было всего 5 месяцев. Ассоль жила со своим отцом-моряком. После отставки он стал делать игрушки, чтобы заработать себе и маленькой дочери на жизнь. Однажды в лесу, во время погони за уплывающей игрушечной яхтой, Ассоль встречает собирателя песен, легенд, преданий и сказок, старика по имени Эгель. Он рассказывает ей, что когда она вырастет и станет взрослой, к ней однажды приплывет принц на корабле с алыми парусами. Ассоль поверила старику и стала ждать принца. В один прекрасный день ее мечта сбылась в виде трехмачтового галиота «Секрет» под алыми парусами и в лице молодого капитана Артура Грея, влюбленного в нее.